вас приветствую. Я тоже шестой раз вместе с Станиславом Данилевичем. С Станом, с Костей. Благодаря тому, что у нас такие представительные конференции, я имею в виду представители молодежи, наши представители будущего, Ремасоли к нам сюда приехал Антонис. Да. Большое ему спасибо, когда я пришел сюда, в первый день здесь висел российский флаг, потом на следующий день его сменил какой-то другой, я говорю ему, слушай, а мы знали друг друга, слушай, как-то мне непонятно, основной состав здесь русский, а вот немецкий флаг висит, русский сняли, будет. Следующий день ухожу, российский флаг висит. Спасибо.